Сегодня такой полевой билд интересный. Давай стероидом. Где музыка? Хотя, может, я и не полевой сделаю, посмотрим. Мне просто стероидом захотелось. Посмотрим, что будет. А, моды. Да, напомню. Точнее, не помню. Давай после дейлика. Запусти на Твиче, плюс. Есть все на Твиче. Ты просто наркоман. Долбанный нос. Ау. Ну. Лута. Лапка с плутонием, хорошая комбо. С чем бы таким сравнить? Они обе хороши между собой. Точность.
Ау. Я не умею дожить кристаллы. Болты. Давай болты. Не, она мне крутно задрот. What? Чтоб я до задротом был. Вы, наверное, затратов не видели. Не люблю, когда меня называют тем, чем я не являюсь. А, у меня же точность. Это с точностью это хорошо. Привет, Андис. Конечно, я уставший. Я 10 часов сидел и монтажил трон наизнанку. И так как если сейчас не постримлю, то следующий стрим будет уже где-то через сутки, то поэтому решил запустить. Кто тогда такие задроты? Задроты это те, кто задрачивают. Те, кто раз за разом делают одни и те же вещи в надежде на новый результат. Я имею в виду, что я просто играю. А задрот он задрачивает. Само слово задрот. Если бы я прям постоянно такой, сейчас рекорд убью, сейчас первым буду. Вот это задротство. Постоянно вот так вот это самое. Прилагать там усилия ради первого места и так далее. А я просто ради фана играю. Мне нравится играть, я играю. Слился, ну и ладно. Можно ли назвать грузчика с 20-летним стажем задротом? Только потому, что он занимается этим.
20 лет. Мне кажется, нет. Природа Нукас. Часов дошел до трона, и он тебя слил лучом. Так это же хорошо. Но это и расчет. А то сейчас все насмотрелись видяшек всяких. Знают, что к чему там. Знает, что здесь луп есть, что ваны есть и так далее. Гораздо круче ведь проходить, когда ты ничего не знаешь. Алерфас, 11-й, блять, месяц. Е-е-еп, я еще тут. Спасибо за поддержку. Охренеть, 11 месяц. Скоро у нас появится... эти зеленые значки. Подождите, я же партнерку в марте получил. Что-то не стыкуется. Ну, видимо, там как-то по-другому. Кершот. Давай с ним. Привет, Теродакси. Хрен его знает, час, два, три, четыре, как получится. Иди нафиг. Блин, я не то взял. Фак, 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 фак. Окей. Thank you.
Все под контролем. Почти. Вообще-то у меня точность. Блин, лучше я ССГ бы оставил. Придется так сделать, потому что я без патронов могу остаться. Две затратные пушки — не лучшая идея. Я совсем забыл, что ССГ очень экономный. О, там автокрафт лежит. Теперь все хорошо. Кстати, а Тиджоя попал? Попадался радостный сундук? А то я помню, как он жаловался, что ему так ни разу не выпадал. Минус ван. Жопки не хватает, но я надеюсь, что в джунглях жопка как раз будет. Жопка — это очень хорошо будет. Окей. Да, глючный Тиджой попадался довольно много. Ультракросс. Билд готов. Thank you.
Жопку надо. Обязательно. Обязательно надо жопку. Вау! Я его сверху смотрел, он снизу стоял. Пиздец, я испугался. Привет, Пашканчик. Давай сюда поближе. Доброго дня, утра, вечера, ночи, фу-фу. Печфе, спасибо за 30 рублей. Привет. Попка. А может стресс? Не, лучше попку. Я знаю, что попка в джунглях. Я Луиджи смотрел. Представьте, если бы я за глаза шел. Насколько большой потенциал у этого билда. Вау! Второй автокросс. Если бы мне ультракросс не выпал, я бы два автокросса взял, конечно.
джунгли, новая локация. С каких пор? Пустыне тяжко будет. Очень тяжко. Второй ультракросс. Погнали на второй луп. Привет, постпиксел. Да, это из дома. Музончик. Там очень классный саундтрек. Теперь это Майнкрафт, мазафака. Ох ебать, ох ебать, ох ебать. Пустыня самое страшное место для меня сейчас. Третья ультракросс. Окей, восстановились.
хорошо, если что есть плутониум. И точность. Хороший билд. Жаль, что Регина нету, вот чем. Я бы предпочел вместо лапки, наверное, Реген. Или даже вместо точности. Четко. Давай, колобок, давай. Где ты там? Пидор. Он мог на самом деле сейчас в меня ракетой запульнуть из-за угла. Это было бы очень не очень. Это радиация, поэтому я сюда пошел. Бля. Окей. Все, сдохли. Если я не ошибаюсь, это первый раз, когда я за стероиды с ультракроссом бегаю. Хотя, наверное, я просто забыл. Двигается с трудом, что я первый раз с этим билдом. Просто конвертишь в OGG и вставляешь в папку игры с нужным именем и все. Там ничего сложного нету. Сторону наизнанку я делаю. Она будет охуенной. Я на ее монтаж уже сколько? Часов 30 точно уже убил. На вторую серию только. Можно было оставить на самом деле эти баны. Ай. Там ничего не было взрывного? Не было. В каком билде стоит брать суперкросс? Ну, если брать суперкросс, то как основное оружие, это точно. А вспомогательным суперкроссом может быть либо ультракросс, либо, не знаю. Ну, с СПК это слишком опасно. Слишком рискованно.
Ну и... В основном это такое переходное оружие. Когда у тебя еще нет СПК и болты ты не качал, то это довольно хорошее оружие перед тем, как найти СПК. И ПК тоже. Пусть даже без болтов. Ну а с болтами и с СПК лучше автокросс брать. А еще лучше ультракросс. Прощайте. Американцы называют это оружие Heavy YOLO, потому что это очень хорошо выражает. Но у меня точность, поэтому должно быть все хорошо. Криков я явно буду убивать с ультракроссом. Отпусти меня, чудо-трава! Нормально. Не знаю, мне кажется, авто будет лучше, чем автокросс. Потом уже на третьем луке имею в виду. Сейчас-то, возможно, наоборот как раз. О боже мой! Ай-ай-ай! Чуть не коснулся. Фига у меня дамага. Две супер базуки. Ай! Вижу же, что он сюда целится. Окей. Не слушайте Хэлла, он фанатик. Его цель просто создать срач. Это сейчас начнется, как обычно.
Вау. Из-за того, что Heavy Auto, он, во-первых, сам по себе экономнее, а во-вторых, он два патрона тратит, и из-за этого жопа срабатывает чаще. Какая лопата? У меня же не мили билд. У меня болтовой билд, это уже конечное оружие на меня. Вау. Мне определенно нравится этот билд. По крайней мере сейчас. Потом я не знаю, что будет. Ёб твою мать, ну как я могу так мазать, а? Убирает мимиков? Вряд ли. Она модернизирует обычные сундуки, но... Почему она должна убирать мимиков? Нет, она не... Не должна убирать мимиков. У меня в лабах, наверное, будут проблемы. Так где эти пидоры? Воскрешающие. Одного нашел. Вон они где сидят. Ну что, в лабах. Пистанков не будет. Да блин. Так сложно просто взять то, что я хочу. А ты часто обращаешь внимание, сколько мимиков встречаешь? Знаешь, зачастую вообще ни одного мимика за забег не получается. Это нормально. Так и ожидал, что в лабах немного проблематично будет с таким оружием. Ну что, тропов много.
А в Фаласе, наверное, еще страшнее было. Посмотрим. Просто, блин, взгляните на этот ДПС. Возможно, в пустыне будет еще хуже без автокросса. Ну, посмотрим. Все ради науки. Да где там еще? Иди сюда, сука. Не, ну до четвертого лупа этот билд должен дотянуть, в принципе. Если я не буду особо тупить. А я буду. Будьте уверены. Да сдохни ты уже, пожалуйста. Минус снайпер. Минус второй снайпер. Фу. Я боялся, что он меня взорвет. Он мог. Так. Так. У меня проблема. Окей, у меня нет проблем. У меня импакта нету, поэтому да. Автокросс был бы чуть-чуть полезнее. По крайней мере, в пустыне будет. Посмотрим. С обратной стороны можно больше ныкаться и меньше беспокоиться о патронах, потому что жопа плюс этот сам по себе экономнее. В общем, посмотрим. Кирилла ульта за один забег. Не 4, а 3. Бах.
минус. Ну что ж, посмотрим, насколько плох пустыня Хавиафта. Но знаете что? У меня есть не только Хавиафта. Так как это третий луп, здесь можно сделать ультракросс с основным оружием, а Хавиафта как раз таки поддерживающим. Ох, ебать, он сзади был. Как я не заметил его. Блин, хватит за спину телепортироваться. А что если два ультра? Не, ну это будет совсем жопа. Этого не стоит делать. Ау, прямо на пулю. Жаль, этой нету еще. Такие. Эйфории. Она была бы очень даже, кстати, сейчас. Доджи, эти доджи. Вот так надо выживать без мили на третьих лупах. Думаю, этого хватит. Эти даже меня не заметили. Чуваки, я здесь.
меня так радиация скоро кончится. Надо осторожнее. Наверное, битва с мамкой будет еще страшнее. Хотя, опять же, копать можно. Привет, радиация. Гуманитарная поддержка. Ау. Пидор. Подкрался из-за спины. Хватит воскрешаться, уроды. Окей. Привет, Капа. Баг в НТТ на дюп радиации? Ты имеешь в виду с этим, с хоррором, когда он умирает? Это вроде пофиксили. Как бы сейчас плюху от гаттера не словить. Да-да-да. Вот я так и знал, что он сейчас подойдет ко мне в спину. Незаметненько так. Зато гранаты освещают территорию. И сдохла. Потому что у меня тонна ДПСа. Нет, все-таки я не жалею о том, что у меня хэви афа. Хэл сосай. Валим. Их там слишком много. Блин, фрики на темном уровне — это жопа. Ох, ебать! Чисто на рефлексах сейчас увернулся. Уже много фруктов, а. Да хватит меня пить. Че я вам сделал, пидоры? Так, где люк? А вот он. Талосер, привет. Привет.
Пушки мутировали вместе с фриками? Ну да, так оно и есть. Потому что, блин, мутации поддаются не только живые существа. Тут половина врагов роботы. Бандиты роботы. В зимнем городе почти все мобы роботы. Снайпера роботы, ассасины роботы. Даже вороны роботы. И они мутанты. По лору они мутанты, они мутировали. А почему, если робот мутирует, то почему бы и оружие не мутировать? Все верно. Эти снайпера пидорасы. Так, я валю. А то сейчас фрики начнут воскрешаться, мне пизда. Окей. Вороны и бандиты роботы? У них глаза красные. Все, у кого красные глаза, они роботы. Тем более у бандитов это четко заметно. Ну, у этих, у ворон это слабо, да, заметно. Очень слабо. Ну ладно, ладно. Вороны не роботы. Little Hunter тоже не робот. Но бандиты это точно роботы. Бандиты 100% роботы. Где-то там даже было написано это. Аргумент. Вампиры тоже роботы. Ну половина мобов явно роботы. Даже без этого. Хватит летать на мою спину, пидоры. Бесите. Здрасте. И ударил же, а? Где он там? Не, фрики не роботы. Не, по идее... Все мутанты, по идее, да? Они раньше были роботами. Я делаю это сразу, потому что потом ванны приедут и восстановят мне радиацию. Смотри-ка, хватило на полный круг.
Так, у меня патронов мало. Это плохо. Окей, нормально. Интересно, а его ракеты останавливают призыв? Крикет. Ой-ой-ой, гранаты. Так, ты иди отсюда. Сдохни, пожалуйста, уже. Спасибо. Ей, я прошел. Это третий луп. Утки? А, в смысле эти? Я подумал, что это дагейм. Хотел сказать, что я не играю. Не, утки сегодня, наверное, не будут. То, что он мутировал, это исключение. Потому что он был центром всего. Ебать! Как я его, блядь, не заметил? Почему я не стал копать? Я просто стоял и смотрел. В смысле, я смотрел туда, но он просто взял и подбежал ко мне. Вот просто взял и под... Нет, чтоб в стену потом, да? Я дебил, короче. Ну, блин, у этого билда... Я первый? У этого билда большой потенциал, но... Но я идиот. Я просто идиот. Где там Джо? Джо, давай. Тут охуенный билд на...